Не. Возрастной 98-го 2001-2004 года рождения, занятое третье место в детско-юношеском чемпионате Харьковской области. Занимает Данил Галюк. Поаплодируйте, пожалуйста. Третье место в детско-юношеском чемпионате Харьковской области среди подростков 2001-2004 года рождения награждается Никита Воронцов. Второе место в детско-юношеском чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду награждается Илья Непей-Пьер. Место у вас. Уже традиция тебе вешала. Только начиналось. Первое место в детско-юношеском чемпионате Харьковской области весна 2016 года награждается Родионов Андрей. Третье место среди юношей 98-2000 года рождения награждается Илья Непей-Пьер. Опять. Занято третье место в детско-юношеском чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду. Награждается Андрей Родион. Медали. И финалисты. Занято второе место в детско-юношеском чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду. Среди юниоров, юноши 98-2000 года рождения. Награждается Александр Катанов.
метра не дотянусь. Он паспорт подъел. И финалист в детско-юношеском чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду весна 2016 года награждается Богдан Шугарев. Сюда. Сюда? Да. С одного боку и с другого.